Здравствуйте! Добрый день, уважаемые любители футбола! Мы рады приветствовать вас в набережных Челнах. Сегодня играют КамАЗ и Волга из Ульяновска. Приветствую вас, друзья! Итак, встречаются старые добрые соперники КамАЗ, Ульяновская Волга. Кстати, у кого есть возможность живую видеть матч, приходите в уютный парк Гренады, наслаждайтесь футболом, тем более, что погода в Автограде установилась солнечная, замечательная. Сегодняшний матч для вас будет комментировать Ренат Батышин, я Альберт Хафизов. Альберт, приветствую. С правого фланга подача в штрафную. Футболисты КамАЗа сыграли, не дотянулись в итоге до мяча. Но этим временем уже челнец в атаке. Последует удар мимо штанг. Воронин. Пошла подача, и уверенно Ионин играет кулаком. Сергеев пытается прокинуть мяч дальше, получать мяч Воронин. Он входит в штрафную, это может быть опасно. Остается один удар по воротам. Заблокируют защитники, подбор за Зайкиным. Зайкин смещается, наносит удар. Ионин не добирается до мяча, и снова Ионин. Данов уже сыграл на Майровича. Ну, здесь удар забита нога. Сергеев отмечает Воронина. Воронин скидывает на вторую линию. Никому не удалось за мяч зацепиться. И на Караева. Караев принимает мяч, борется, проходит. Нет, откатывает на Казанов. Казанов подает довольно-таки интересно. Не получился удар у Кириллова. Прессинговать то, что у КамАЗа ничего не получалось. То ли КамАЗ не попал в игру. Не хватало. КамАЗ, Волга, Ульяновск. Счет не открыт. 0-0. Впереди нас ждет второй тайм. Тайм, по крайней мере, пока равные. Да, если в первом тайме мы видели преимущество Волги. Вот сейчас неплохой момент. Может возникнуть ворот Ионина. Все в порядке. А сейчас играет на Караева. Давид входит в штрафную, пытается сыграть. Можно, наверное, забивать уже здесь. Удар. И гол. Гол! 1-0 выходит. 1-0, 56-я минута, КамАЗ выходит вперед. Если в прошлом матче с Ностой футболисты КамАЗа забили на 53-й минуты, то сейчас на 56-й. Скинул на Воронина. Воронин играет на левее на Сергеева. Сергеев пошла подача штрафную. Вот это вот опускать не надо. Газданов подбирает мяч. На перехвате смещается в центр. Там наседает откровенно. И ему будет, да, предъявлена желтая карточка. Кайков пропускает. С потерями будет, поедет Волга в следующий матч. Это прорывается у нас Рахманов, подключает. Переживает, видно, да, с края, не увидел я его. Удар, но для Ионина это должно быть легкая добыча. 0. Мы видим, Сергей Седышев заменами предпринимает попытки переломить ход встречи. Магулкин с мячом. Удар, великолепный гол, 2-0. Магулкин забивает, выйдя на замену, 2-0. Если касаться владения мячом, то 49 на 51 в пользу гостей. Ну и мы еще раз смотрим, это, конечно, потрясающе. Волга, хотя видно, что вариантов для изменения игры у них не очень много. И вот готовится очередная замена. Да, за пределы штрафной наносятся удары. Я так думаю, в перерыве. И за действие Майровича момент создан он сам. Спасает свою команду Баран. Ох, голевой момент, можно сказать, хорошая была позиция. Ну вот чуть-чуть не удается пока Володе отличиться, но посмотрим, впереди еще достаточно времени. Временем футболисты Волги в атаке, это Заикин получает мяч, это Сердюк, а это пенальти. Опасно, дорогие друзья, Ионин, удар по воротам, 2-1. Свой второй гол в этом сезоне, ну, в принципе, Ионин прыгнул вправо, удар пошел влево. Пол штрафного получает мяч футболисты Волги. Прострел низом штрафную и уверенно сыграл в подкате. Это Кланцак. Прорываться по флангу. Ищет, с кем бы можно сыграть. Пытается уйти. И удалось уйти. Надо сделать сейчас точный перерыв на Магулкина. Удар по ворота. Гол! 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 3-1! 3-1! КамАЗ выигрывает этот матч! Каменщика! К основному времени. Замечательный мяч. А КамАЗ вторую игру подряд одерживает домовую победу. Матч был очень тяжелый, с борьбой, с кульбитами, голами и предупреждениями. Для вас комментировали Ленар Батыршин, Альберт Хафизов. Всего доброго, живите футболом, до встречи в эфире.